Быстрее, быстрее. Ну, кто зажжет взрослый, помогайте детям. Скорее, 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 скорее. Ну, кто тут заблудился? Так. Тут все на месте, фонарик всем не хватает, ничего страшного. Все держитесь за поручень, который находится вокруг вас, металлический поручень. Вот он впереди, он с боков и сзади. Все держитесь за этот поручень. Так. Держитесь крепче, мы вас немножко покатаем. Андрей, подтолкни. Я не знаю, как мы будем сейчас ходить. О! Не бойтесь, держитесь, держитесь. Все живы, все здоровы, ну пошевелите фонариком, покричите громче. А сейчас, внимание, все прячьте фонари, быстро прячьте, прячьте фонарики. Прячьте, выключайте их, оставайтесь на месте, ничего не делайте. Раз, два, три. Исчезновение зрителей. Вот так это делается! Да, я смотрел, вы снимаете на телефон. Можно, можно снимать, можно. Там ваши родственники. Вы же не простите нам, если мы не вернем всех обратно, верно? Молчат. Прости, не кричи, прости. Ладно, смотрите туда! Все наши герои, которые только что растворились на этой сцене, волшебным образом появляются в зале. И мы приглашаем вас снова подняться к нам на сцену, чтобы мы могли рассмотреть вас, что вы целы, невредимы и по-прежнему жизнерадостны. Вот они, наши герои, добро пожаловать, выходите скорее к нам. Молодцы, тут такое было вообще, раз исчезли. Просто красавцы, молодцы, фантастика. Как вы это сделали? Сам в шоке, ну давайте, отпишитесь. Вот они. Это настоящая магия, конечно. Но, надеемся, вы не расскажете, как это случилось. И нам остается только одно. Давайте возьмемся все вместе за руки. И поклон. 3-4. Спасибо!